Собака Тори, домашний питомец президента Республики Корея Мун Дже Ина, стала лицом общественной кампании, призывающей граждан не относиться к этим животным как к еде, но видеть в них своих друзей. У Мун Дже Ина уже были два любимца – небольшая собака и кот. А дворнягу Тори президент забрал недавно из приюта. В настоящее время по всей стране наблюдается рост интереса к бездомным животным. Многие корейцы считают средневековым пережитком кулинарное отношение к четвероногим и всеми силами пытаются изменить статус собак в стране. Теперь к этой кампании, которую проводит некоммерческая зоозащитная организация «Сосуществование. Права животных на земле», подключился и глава южнокорейского государства. В эти дни волонтеры раздают на улицах Сеула игрушечные изображения пса президента. Каждый плюшевый Тори стоит около 27 долларов. У него на груди надпись «Я не еда». Собранные средства пойдут на оказание помощи бездомным животным.